Фонд «Гомель-Облимущество» в ближайшее время проведет несколько аукционов по продаже недвижимости. На торги выставят объекты с начальной ценой в 1, 3, 5 и 6 базовых величин. Это одна- и двухэтажные здания в Петриковском, Реческом и Жлобинском районах. Их площадь составляет от 150 до 680 квадратных метров. В Светлогорском районе в деревне Мармовичи продается здание сельского клуба площадью 170 квадратных метров. Цена чуть ниже 30 тысяч рублей. Кроме того, для организации бизнеса предлагается комплекс зданий в Мозырском районе общей площадью 5,5 тысяч квадратных метров. Это заправочные станции, здание мойки, механических мастерских, а также изолированных помещений, клуб, библиотека. Начальная цена лота составляет почти 510 тысяч рублей. Более подробную информацию о выставленных на продажу объектах недвижимости можно найти на сайте фонда «Гомель-Облимущество» в разделе «Недвижимое имущество», а также получить по номерам телефонов в Гомеле 70 38 49 или 70 36 43.